Оренбуржье готово накормить само себя, потому что абсолютно нет смысла сегодня скупать растительное масло, потому что сегодня у селян еще есть очень большое количество нереализованного подсолнечника и достаточно растительного масла. У нас достаточное количество муки, достаточное количество круп. Второе, уважаемые жители, нужно понять, что у любой крупы, у любых макарон, у любого там количества других продуктов есть срок хранения. И, к сожалению, жалко, когда люди отдают средства, а некоторые последние деньги на то, чтобы закупиться вот это мешками. Этого делать абсолютно не нужно, потому что нужно думать о том, что это когда-то может пропасть, и, конечно же, нужно думать в том числе о своем здоровье. Но наша задача вместе с ФАС, конечно же, очень серьезно работать, чтобы вот в этой ситуации не нашлись те люди, которые нагрели бы на этом руки, скажем. Наша задача сегодня обеспечить население полностью вот всеми продуктами питания. И сегодня уже сети «Магнит», наверное, вам уже заявили, они говорили о том, что торговая наценка будет не более 5%. Мы провели буквально заседание штаба, на котором по региональным сетям тоже провели работу. И вся наша местная продукция, поставленная задача, тоже не должна превышать цену порядка 10%, максимум 15%. Потому что наши товары, в основном, они качественные, и они есть товары, которые намного дешевле, чем работают в федеральных сетях. Особая цена сегодня на те продукты, которые вот активно идут в последнее время. Вот это и крупы, и мука, и сахар, и все остальное. Поэтому работаем отдельно с заводами. И сегодняшняя работа с сетями, в частности с «Магнитом», для нас важна.